Программисты Югры могут презентовать свои идеи в области искусственного интеллекта. В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» фонд содействия инновациям организовал конкурс для представителей IT-индустрии в области создания искусственного интеллекта. Отбор проходит по 5 направлениям – компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознание и синтез речи, а также интеллектуальные системы поддержки принятия решений и перспективные методы искусственного интеллекта. Заявки принимают до 20 февраля. В нашем регионе их можно оформить через технопарк высоких технологий официального представителя фонда в Югре. Максимальный размер гранта до 10 миллионов рублей. На выполнение проекта дается от 1 года до 2 лет.